А столкнуться как переводится? Или это одно и то же слово? Да, мы говорили в предыдущем ролике про глагол литакель с предлогом бе, который переводится как натыкаться на проблему или натыкаться, столкнуться с каким-то случаем. В таком случае мы используем литакель, к примеру, не лёнит кальтиба микрэзэ. То есть я не сталкивался с таким случаем, не натыкался на такой случай. Если мы говорим про столкновение физическое, например, как машины, там лобовое столкновение или что-то в этом роде, то есть физическое двух тел и более, то мы используем другой глагол, и это глагол «le-it-na-gesh». «Le-it-na-gesh». Тоже, кстати, с предлогом «be». Например, если я говорю «машина врезалась в дерево», «rehev it-na-gesh», «ba-etz». Лобовое столкновение на иврите будет «it-na-kshut hazitit». Вывод. Если мы говорим про, как правило, машины или столкновения двух или более тел, то мы используем глагол «литнагеш» – корень «нун гимль шин бинян пэль». Если мы говорим про натыкаться на случай или на какую-то проблему, столкнуться с проблемой, в таком случае мы используем глагол «литакель» и тоже с предлогом «бэ».